Вырази все как есть, оставь, переверни страницы прочитанных книг. Или представь, будто ты видишь сквозь пустоту только открытое сердце в назначенный миг поймет красоту. Вместо сомнений тысячи слов будем теперь непрерывно держаться основ. Все, что есть на земле, только цвет твоих глаз сквозь меня и во мне будет течь каждый раз. Ароматка. Ну, представься вначале, как тебя зовут, откуда ты? Здравствуйте, я Ольга. Ну, последние сколько лет, не помню, я живу здесь, в Сибири, в Красноярском крае, в деревне Гуляевка. А откуда приехала, родом откуда? С Риги. С Риги, да? Расскажи, когда ты начала заниматься вот йогой, почему ты начала заниматься, что тебя к этому привело? Ну, на тот момент я жила в Красноярске, и каким-то чудом меня привело в школу аштанга-йога. Это моя любимая школа, я ее прям, ну вот, пришла в первый день и поняла, что это мои люди. Ну и я там занималась, мне просто очень нравилось. Я ходила к разным инструкторам, они все классные. И я не помню, сколько лет, просто занималась в кайф, без всяких целей. И потом я забеременела, начала ходить на йогу для беременных. Это тоже было классное время. И потом дома как-то это вошло в привычку. Ну, в общем-то, можно сказать, на протяжении многих лет я занималась просто дома, любительски. И потом, когда уже дети подросли, когда у меня появилось свободное время, мне вдруг захотелось углубиться в эти знания, и я поехала учиться в Красноярск. Закончила 2 курса в этой школе. И вот сейчас, в марте, у меня стартует 3-й курс, я записалась. Прям не хочется останавливаться. Ну, для здоровья это очень... Обалденно. Классно. Естественно, во всем, в любом деле, самое важное... Ежедневные стабильные шаги. Только тогда по чуть-чуть, постепенно уже будут классные результаты. И, ну вот по самочувствию это буквально с первого месяца уже любой человек ощущает, если он занимается стабильно. Какую-то силу. Вот просто легче ходить. Ну и ощущение себя, как будто бы ты подтянутый и намного сильнее внутренне себя ощущаешь. Это не только на физике, но и на каком-то таком уровне. Спасибо тебе за сегодняшнее интервью. Спасибо вам. Прекрасная вообще погода, весна, солнце. Это бесподобное место. Место силы. Мчится дальняя дорога, осталось нам немного, и с попутным нам ветром мы ждем яркого света. Тот свет в конце тоннеля нас манит к нашей цели. Через рвы и преграды мы ждем больше награды. Солнышко, лучисто небеса, так чисты освещают нам дорогу свысока. Ждет ли нас удача велика? У других не спросила, указала нам цели и путь к нашей мишени. И теперь безвозвратно мы все мчимся куда-то. Солнышко.